особенность, значит, сегодняшнего сбора — очень высокая подготовка участников. Я скажу вам, что сегодня жюри, которое определяло призовые места в конкурсе «Смотра и строя песни», в затруднительном положении, потому что очень высокие результаты. Сегодня можно ряд кадетских корпусов, которые принимают участие, прямо, значит, без экзаменов, с собеседованием зачислять на первый курс высших военных учебных заведений. Ребята очень хорошо подготовлены. И физически, и уровень теоретической подготовки. Знать историю вооруженных сил, историю России. Мы проводим в рамках нашего сбора олимпиады, конкурсы. И я вам должен сказать, что радуются и руководители, и мы, как представители оргкомитета, высокая степень подготовки. Причем, вы знаете, чем как бы глубже география, тем интереснее, так сказать, сами кадеты. Ну вот, например, вчера мы на территории учебного центра военного железнодорожных войск проводили конкурс визитных карточек. Это своего рода домашнее задание, когда, значит, рассказ о своем кадетском корпусе, о своем регионе привозит делегация. Столько много интересных таких находок, таких интересных задумок было высказано, значит, в театрализованной форме, в стихах, с музыкой, с песнями. Высокий творческий такой уровень наших делегаций. Причем я должен сказать, что с каждым годом этот уровень растет. Очень важно для нас и то, что физическое состояние наших кадетов очень неплохое. Ну, как пример, вчера наши кадеты подтягивались, ну, 3-4 раза на перекладине подтягивается кадет. Это показатель в 2 раза выше, чем отличная оценка курсанта первого курса военного учебного заведения. Поэтому большая работа проводится на местах. Хороший дух, уважение друг к другу, хорошая дисциплина. Причем в кадетских корпусах, в делегациях есть и мальчики, и девочки. И сегодня мы видим хорошо, что решается задача достаточно успешно в кадетских корпусах. Это воспитание не только будущих офицеров, будущих курсантов высших военных учебных заведений, но и подготовка будущих специалистов для гражданской работы, необходимых в нашей деятельности экономической нашего государства. Завтра мы посещаем Московский государственный университет технологии имени Разумовского. Это казачий наш вуз. Я знаю, что многие руководители делегаций уже приготовили даже проекты договоров с большим желанием заключить с этим прекрасным учебным заведением для возможности поступления выпускников кадетских корпусов непосредственно и в Москве. Есть много филиалов на местах. Поэтому так, две шеренги стоит. Мы видим о том, что за 10 лет проделан большой и славный путь во благо нашего Отечества. Потому что то, что у нас есть надежные сегодня защитники, мы в этом уже никто не сомневается, глядя на присутствующих кадетов из регионов Российской Федерации. Мы понимаем о том, что за этим стоит огромный труд воспитателей, руководителей, родителей. Мы многих знаем уже не первый год, офицеры-воспитатели, бывшие, ну, скажем, офицеры, руководители подразделений, отслужившие, сегодня передают свой богатейший опыт в кадетских корпусах, каждый день приходя на работу, воспитывая молодое поколение защитников страны России. Поэтому можно гордо сегодня сказать о том, что для нас праздник, для Центрального казачьего войска, да и для ДОСАФ России, который поддерживает уже несколько лет на данное мероприятие, ибо реализовывается самая главная как бы идея — подготовка граждан России, сильных, достойных, патриотически настроенных во имя, так сказать, тех великих дел, которым сегодня мы служим. А главное дело — это любить землю, быть готовым защитить ее, подготовить ребят
того, чтобы они получили образование и, безусловно, чтобы они были здоровы и физически.